Я хочу тебе птичку показать. Тихо, Руся, снимаем птичку. Да, она, конечно, прилипла сильно. Давай, ты с этой стороны держи. Тише. Все, мы поняли, какая ты активная. Кто я? Да нет, птица. Боже мой, шкура. Все, если уж видите, хоть видишь, что снимаешь? Конечно. Свободная, видишь, там свободная. Сейчас она влетит. Еще потом. Да, вот еще вот здесь. Ай, мне уже больно, ты щипаешься. Что, Руси? Пляка. Птица пляка какая. Жрёшь сейчас. Мне кажется, вот здесь еще. Что? Жопа. Ох, а жопа это за мной приятно. Видимо, отогревала таким способом. Ты там что-то уже перья отбиваешь. Да что ж ты, блин. Да кусает она только меня. На папу тоже один раз кусала. Ну все. Не... Фу, она там еще обкакалась. Подожди-ка. Тихо. Отцепляй. Воду ее. Да? Как думаешь? Да я себе хоть снимал, интересно. Да, конечно. На, еще продолжай, сынок. На. Последний кадр. Ай, Руся, аккуратно. На. Да, снимаем, Руся. Давай сюда. Посмотри, птички. Ну, на наш ребенок. Все, выключать как? Наша уточка. Выключать? Или нет? Это мне... Сейчас к ней ребята поплывут, посмотрят, как она там вообще, что с ней. Мама, смотри, она там с камнями. Она...